ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Итак, дуэл... Так, у нас нет задания. В принципе, дуэл озвучил какое-то задание. Сначала ты. Ну ладно, хорошо. Это последнее. После так, этого мы валим отсюда. Войти внутрь, вызовите лифт. А ты, Джек, зачисть территорию и вызови лифт. Окей. Так, уже шмаляют. Так. Вон там! К нам гости. Ладно, сосредоточимся на... на наемниках. Мне кажется, что вот эту винтовку, прицел гуляет сильнее, чем на ПГшке. Почему-то мне так кажется. Это сложнее прицелиться. Смотри, он в шлеме. Но это не беда, в принципе. Так, ладно, тут камешек есть. Я думаю, сейчас подбегу к нему. Жизнь у меня восстановилась после прошлой серии, потому что мы прошли до сюда с маленьким количеством хп, но хорошо, что оно восстанавливается. Ну давайте, вы где? Ага, вижу тебя. Вот почему-то... Вот реально, мне кажется, что... Так, а ну-ка, а попробуем, короче. Так, а попробуем, короче, сейчас ПГшку. А патроны, интересно. Да, патроны одни и те же, в принципе, да? Джек, осторожней! Вот ты смотри, видишь? У ПГшки, в принципе, меньше раз... Ну, шагает. Как это назвать, короче, это движение. Так, есть еще кто-то где-то. Поэтому, я думаю, на дальние расстояния проще с ПГшки будет стрелять, чем с этой футуристической винтовки. И думаю, вообще, как бы... Вообще, если патроны видишь одинаковые, я думаю, взять обратно ППшку. Вот. Потому что, я думаю, мне вот этого ПГ хватит за глаза. Так, окей, мы вроде как зачистили, я надеюсь. Вроде как больше здесь никого нет. Так, войти внутрь и вызовите лифт. Дуэлл сказал, что здесь где-то есть антисыворотка, короче. Ее тоже нужно найти перед тем, как взорвать к чертовой матери здесь все. Леха! Вон, ублюдок, а? Смотри, колеса пробиты. Леха. Так жестко как-то меня это сейчас вынес. Так, а аптечки здесь есть? Есть аптечка.
Нет больше никого. Пулемет. Кстати, вы писали мне, короче, еще в первой серии, когда только начали проходить Far Cry, под первой серией вы писали, короче, в комментах, что есть момент в игре очень хардовый, какой-то с пулеметом. Валерий на подходе, еще пару секунд. Какой-то, короче, с пулеметом, вот, момент в игре. И, типа, немногие там выжили. Немногие прошли этот момент на харде. И я вот думаю, не тот ли это момент, короче, вот, который был на болотах с этим, на машине. Если да, то, не знаю, мне просто интересно, напишите в комментах, правильно я думаю или нет. Смогли мы пройти то место или нет. Так, чё, она уже проехала. Ух ты, скоростная, бля. Всё, Джек, она здесь, спускайтесь. Всё, спускаемся. Давай, наверное, сохраночку. Ой, а в смысле? А у нас взрывчатка уехала. Ёпте мать. Взрывчатка. Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэл пройти в другой отсек. Открыть ворота, чтобы мог проехать погрузчик. А погрузчик-то уехал. А погрузчик уехал. Я не знаю, может это сработает там. И сохранка прошла. А еще шикарно. Готово. Ладно, посмотрим, может это он появится. Че за дичь? Так. Там, короче, это в шлеме бегает. Я думаю, вот так вот сделать. Бляха, он тот непробивной. Он в шлеме. Хочешь еще? Вон там! Да ты там не тявкай, ну. Ты за погрузчиком съезди обратно наверх. Где-то еще шлындают. Как вариант, я думаю, наверху. Вот сейчас вот с той скорострельной ППшки. Джек, осторожней! Что еще? Бляха, 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 бляха! Достань его! Ты жив? Твою мать! Это не есть хорошо. Мать вашу. Не вовремя перезаряжаться там начал, короче. Мне нужна эта аптечка. Так. Я всех здесь загасил или еще есть? А, у меня кончилось. Здесь по-любому где-то должна быть аптека. Можно по-любому захилиться, потому что это не дело. Сейчас сгоняем, короче, наверх, посмотрим. А здесь кнопки нет. Здесь, наверное, отдельно где-то управляется лифт. О, аптечка. Отлично. У доктора аптечка выпала. И то не полностью, смотри, меня восстановила. Ну, хотя бы что-то. В принципе, тихо, спокойно, никого не вижу больше. Видел? Понятно. Открывается, значит, видел? С той стороны. Ничего не заметил. Что произошло? Я готов. Но он пропал. Они могут выбежать вон с той двери, если что. Что за хрень? Бляха, я его не убил, да? Где он? Это что такое? Он пытался залезть, что ли? Или че это он там? Ублюдок! Так, как минимум двое.
Ты видал, сколько надо патронов в него? Сейчас я надеру тебе сзади. Охренеть, у него броня жесткая. Ну давай, желторотик. Бляха. Мы его потеряли. Мне главное, чтобы оттуда не прошли. Так, 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 быстро, быстро, перезарядка. Что произошло? Ай-яй-яй! Опасно, когда они, короче, выбегают прям впритык к тебе. Так, ну все, они закончились. В принципе, цоканье я больше не слышу. Можно фонарик, наверное, включить. Так, аптечка еще одна, отлично. Патрончики. Погоди, а нету здесь этой ППшки-то, блядь? Это чё? Не то. Ладно. Я на таком расстоянии его загрохал. Так, открывание, наверное, дверей, наверное, он там. Мне главное, чтобы бак вот этот не помешал сейчас. Приехать в Эл, короче, на этом. На погрузчике. У нас погрузчик куда-то испарился, короче. Молодец, Джек. Ты почти на месте. Ну-ка. Че, она едет? Завелась вроде. Наверное, сгоняла на лифте наверх. Да, едет, смотри. Видать, короче, сгоняла наверх, пока я тут кромсал этих людишек. Она сгоняла наверх за погрузчиком. Давай, давай. Я тебя тут прикрою. Я ж не ты, я тебя прикрою. Лок, ты сама откроешь, что ли? Молодец. Окей, Джек, осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Окей. Дверь в камеру с мутагеном. Ты ничего там не видишь? Угу. Опа, со щитами, ты прикинь? Вон там! Я за тебя уже пуля подписана. А вот это что-то... А, нет, Джек, мы видели чуваков со щитами. Блёха! Достань их! Я. Короче, меня сейчас загасит. Достань их. Так, здесь, наверное, вход может пойти дробаш, я думаю, нам поможет. Вон он. Хочешь еще? Сейчас получишь! Так, гранатка. Падла. Джек, осторожней! Выкурите его оттуда! Чё-то нихера не работает. Чёрт, а не ничего! Выкурите его оттуда! Лови! Не, что-то нихера не работает. Джек, осторожней! Блях, они еще и граната. Опа, опа, граната! Вон напихали, короче, этих. У меня аж нос. Просто, когда начинается трэш, у меня начинает чесаться нос. Это к тому, что я огребу, короче. Отлично, эта штука взрывается. Да бляха! Вон там! Держись, у нас кто-то на хвосте! Отлично. Следить за местностью! Ну вылазь. Они еще тоже хитрожопые, короче, они не пойдут. Отмены свинца!
Отлично. Так. Еще кто-то есть. Ну-ка. Все? Ух. Запарные моменты начались. Запарные. Так, двери закрыты. Окей, этот газ лучше не вдыхать, я так понимаю, да? Так, а здесь что у нас? Это не открыть. Это не открыть. Окей. Потом можно открыть это. Да. Окей, так, аптечка тут всякая. Окей, окей. А, у меня полный боекомплект, прикинь. Нормуль. Ну чё, где ты там, подруга? Ну как ты выглядишь в рентгеновском свете? Ты там, кстати, поаккуратней бы ехала, а то у тебя же всё-таки ядерная взрывчатка. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника... Здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Третью. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ, вкалывая в них траген-сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей. Охренеть. Дойл, мы в лаборатории. Окей, время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Бывало и хуже. Идем. Вэл, активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться. Давай, давай, Джек! Поехали! Давай, 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 давай. Видал, как они друг друга, короче, вкололи? Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Вкололи сыворотку. Прям романтик, мать его. Поторопитесь. У нас посетители. И их немало. Тихо-тихо. Ты покойник! Да в смысле, я в стену попадаю, что ли? Сдохни, гад! Отлично. Я надеюсь, она долго ковыряться там не будет. Что здесь произошло? Ты же у нас супер-хакер, да, Вэл? Бесшумный. Как идет процесс? Как идет процесс, а? Ну-ка. А че не отвечаем-то? Что творится? Ой, что творится? Отлично. Отлично. Ну, Вэл, ну давай быстрее, ну. У меня патроны-то не бесконечные, но. Бляха, еще и сигнализация заработала, ты прикинь, мать его. Ща попрут, наверное, ща попрут. Ну что ты там, ну, ёпта. Открывайся. Открывай ты эту дверь. А чё, они закончились? Или они сейчас прибегут? Или это затишье перед бурей, мать его? Что ты там? Ты чё стоишь-то? Подруга. Чё не ковыряем? Чё стоим? Здесь становится жарко, Вэл. Поднажми. Да, Вэл, давай, тут жарко. Бляха. Ты мой! Они прямо перед нами! Да я вижу, мать его! Фу, бляха!